Карат Барс. Какой бизнес-пакет выбрать? Приветствую вас, уважаемый зритель. С вами Николай Лобанов. И сегодня я помогу вам ответить на очень непростой вопрос. Какой же бизнес-пакет выбрать, когда вы начинаете свой бизнес Карат Барс? В свое время я тоже стоял перед этим вопросом. И вы знаете, все-таки мое чутье, понимание помогло войти на довольно приличный пакет, на правильный пакет. Но сейчас мы с вами посмотрим, насколько правильным был мой выбор. Мы с Ольгой, моей женой, выбрали золотой пакет на старте. И это действительно тот пакет, который я сегодня рекомендую. Но давайте посмотрим, был ли я прав. Может быть, стоит остановиться для начала на другом пакете? Выбрать более дешевый или более дорогой? Сейчас мы с вами ответим на этот вопрос. Итак, какой же все-таки бизнес-пакет выбрать? Давайте для начала вспомним, какие у нас есть пакеты. У нас есть 5 позиций. Начиная от 99 евро и заканчивая 7463 евро. Но я предлагаю выбрать наиболее популярные, начиная от бронзы и до VIP-пакета, которые имеют разные позиции по вознаграждению. У нас 2 пакета бронзы. Это Digital, то есть цифровой вариант, и обычный, когда вам на дом приходят ваши документы. Первичная цена у них одинакова – 99 евро здесь и 99 евро здесь. Но с учетом пересылки, доставки здесь уже 120 евро. И я называю цену в долларах, потому что я евро пока не ощущаю. В долларах мне ближе и понятнее. Здесь 140 долларов, здесь 162 доллара. Пакет серебро – 280 евро. С учетом пересылки 331 евро и в долларах это 447 долларов. Золотой пакет 628 евро с учетом пересылки 659 евро и в долларах это 915 долларов. VIP пакет 1605 евро с учетом пересылки 1616 и в долларах это 2235. VIP пакет я не буду учитывать, здесь другие позиции, другие возможности и это отдельный разговор. Каждый из пакетов дает нам различные позиции в доходах. От прямых комиссий или личных продаж вы имеете на бронзе 5%, на серебре 10%, на золоте 15% и на VIP 20%. Также вознаграждение за циклы. На бронзе это 10 евро, на серебре 40 евро, на золоте 60 евро и на VIP 80 евро. И мы начнем с бронзы. Итак, бронза стоит 120 евро или 162 доллара. Дает 5% от личных продаж, 10 евро за циклы и 5 баллов, когда ваш партнер приобретает для себя бронзовый пакет. Для начала хочу оговориться, что если вы сами находитесь на определенном пакете, то скорее всего ваши партнеры, особенно из теплого списка, из списка ваших знакомых, будут идти именно на ваш пакет. Скорее всего они не будут брать более дорогой пакет и скорее всего не будут брать более дешевый. Они спросят у вас, на каком пакете вы, и, естественно, будут ориентироваться именно на него. И я из этого исхожу. Если вы лично на бронзе, то и ваши партнеры тоже возьмут для себя бронзу. Итак, вы пригласили первого человека и получили 5 баллов слева. Ваш доход составил 5%, то есть 5 евро. Вы пригласили второго человека, и у вас добавилось 5 баллов справа. И вы еще заработали 5 евро. Неплохой вариант. Вы пригласили третьего и четвертого человека, что дало вам еще дополнительно по 5 баллов, итого слева 10 и справа 10, и заработали еще по 5 евро. Вы пригласили пятого и шестого человека. И эта позиция взята мною за базовую. Вы приглашаете 6 партнеров, что дает вам 30 евро. Естественно, это не покрывает ваших расходов, это примерно только четверть от того, что вы потратили. Даже когда вы пригласили 10 партнеров, вы заработаете всего лишь 50 евро. И не сработает еще ни одного цикла, потому что у вас в левой команде 25 баллов и в правой 25.
А для срабатывания первого цикла нужно в одной из веток 25 и в другой 50. То есть вам потребуется пригласить еще 10 человек в команду на пакет бронза, чтобы закрылся первый цикл, и вы получили целых 10 евро. Я думаю, теперь вы понимаете, почему я не рекомендую этот пакет. Вам придется проделать просто сумасшедшую работу, чтобы вернуть свои деньги. Какую, посмотрим чуть дальше. И мы переходим к следующему пакету, это серебро. Серебряный пакет стоит 280 евро и с учетом доставки 31 евро. Он дает 10% от прямых продаж и 40 евро за цикл. И приносит 20 баллов, когда в вашу команду входит партнер на пакет серебро. Итак, вы пригласили первого партнера и у вас появилось 20 баллов слева. Вы получили свои 10%, это 28 евро. Пригласили второго партнера и у вас 20 баллов справа и еще 28 евро. Цикл еще не сработал. Вы пригласили третьего и четвертого партнера, что добавило еще по 20 баллов слева и справа, и вы заработали еще 28 и 28 евро. Но еще цикл не сработал, потому что нет 25 и 40 в левой и правой ветках. И только приглашение пятого партнера дает вам возможность получить первый цикл, где слева у вас 60, а справа 40. Справа забирается 25, слева 50 и срабатывает первый цикл. Таким образом, пригласив 6 человек в свою команду, вы зарабатываете 208 евро. Напомню, что затратили вы 331 евро. То есть даже пригласив 6 партнеров на пакет серебро, будучи сами на пакете серебро, вы не сможете окупить свой пакет. Поэтому, при том, что серебро не очень сильно отличается от золота, он не дает возможностей серьезного дохода, даже при вашей серьезной работе. Следующий пакет – золото. Он стоит 626 евро или с учетами пересылки 659 евро. Дает 15% от прямых комиссий и 60 евро за цикл. Когда в вашу команду входит человек на пакет золота, вы получаете 50 баллов. Итак, вы приглашаете первых партнеров. Первый партнер дает вам 50 баллов. Второй партнер дает 50 баллов и у вас сразу срабатывает первый цикл. За личное приглашение вы получаете 94 евро и здесь 94 плюс 60 за первый цикл. То есть, пригласив двух партнеров, вы уже имеете первый цикл. Когда в команду входит третий партнер, это дает еще один цикл. 25 и 50. Вы снова получаете 94 и 60 евро. Четвертый партнер добавляет вам баллы, дает вам бонус от прямых продаж, но не добавляет пока цикла. Пятый и шестой партнер дают вам каждый по одному циклу и добавляет по 94 евро. Таким образом, пригласив 6 партнеров на пакет золота, вы зарабатываете 804 евро, в то время как потратили вы 659. То есть вы не только окупили свой золотой пакет, вы еще и в прибыли, пригласив 6 партнеров. По-моему, это весьма неплохой вариант. Тем более, что к вам могут приходить партнеры и от вышестоящего спонсора. А значит, здесь тоже могут появляться переливом золотые пакеты. Именно они дают приличный доход 50 баллов и приличный доход по циклам. Ну и переходим к последнему элитному пакету VIP. Напомню, что стоит он 1616 евро. Он дает максимальное 20% от личных продаж. 80 евро за цикл и приносит 100 баллов, когда в вашу команду входит партнер на VIP-пакет. Опять же, только в том случае, если вы сами входите на VIP-пакет, вы можете ожидать, что ваши партнеры будут входить на пакет VIP. Это неписанное правило бизнеса сетевого маркетинга. Бизнес-дублицирование. Ваши партнеры повторяют ваши действия и делают ваши же выборы. Итак, вы пригласили первого партнера слева, и вам это принесло 100 баллов и 321 евро. Неплохой доход от проделанной работы. Вы пригласили второго партнера, и это принесло вам еще 321 евро, и сработало 2 цикла, что дало вам 160 евро.
вы приглашаете третьего партнера, и это дает вам еще 2 цикла и 321 евро. Очень интересный маркетинг-план, когда вы на VIP-пакете. Четвертый партнер не приносит вам нового цикла, но дает 100 баллов справа и 312 евро за личную продажу. И вы зарабатываете 1604 евро. То есть вы уже практически вернули те деньги, которые затратили. 4 лично приглашенных партнера. Вспомните бронзовый пакет. Даже 10 человек пригласив, вы не получаете не то что возврата, а и половины суммы. Здесь пригласив 4 человека. Да, я понимаю ваши сомнения, что вы можете пригласить человека на 1600 евро. И это сможет произойти только после того, как вы сами будете на пакете VIP. Либо ваш партнер получит информацию от другого человека, который находится на VIP-пакете и увидит все его преимущества. Но это еще не конец. У нас есть пятый и шестой партнер, который каждый приносит по 100 баллов, и мы получаем еще 2 цикла. Пригласив пятого и пригласив шестого, еще 2 цикла. Суммарно пригласив 6 человек на VIP-пакет, вы зарабатываете 2566 евро. При вложении 1616. То есть вы зарабатываете еще более 1500 евро. По-моему, очень достойный вариант. Поэтому, если вы понимаете все преимущества VIP-пакета и можете позволить его себе, если вы уверены в своих силах и в том, что вы сможете донести эту информацию правильно, без искажений, и смотивировать ваших партнеров, то, конечно же, самый лучший вариант – это VIP. Ну и давайте подведем итоги. Итак, наши пакеты VIP, золото, серебро и бронза. Стоимость от 1600 до 120 евро. Возврат инвестиций на пакете VIP происходит при приглашении 4 личных партнеров, на пакете золота при приглашении 5 личных партнеров, на пакете серебро при приглашении 9 личных партнеров и на пакете бронза при приглашении 19 личных партнеров. Как вы думаете, что проще сделать, пригласить 4 человека на VIP-пакет или 19 на бронзу? Я думаю, первый вариант проще, при том, что это более дорогой пакет. И только новички считают, что люди не входят на дорогие пакеты. Я знаю, что многие люди вошли во всевозможные финансовые пирамиды, где вкладывают в 2, в 3, в 5 раз большие суммы. А некоторые вкладывают в финансовые пирамиды даже по 100 и по 200 тысяч долларов. Я не думаю, что это трезвая оценка ситуации, потому что даже когда мы имеем дело с очень серьезным бизнесом, большинство людей сомневается в его серьезности. Если же вы имеете дело с финансовыми пирамидами, то будьте очень осторожны. Вы всегда сможете получить очень серьезный откат, и он ударит по вашему финансовому положению. Итак, доход от 6 лично приглашенных на VIP-пакете 2566 евро. На золоте 804 евро, на серебре 208 евро и на бронзе всего лишь 30 евро. Работа проделана примерно та же. Я знаю, что найти 6 партнеров, что на бронзе, что на VIP, стоит примерно одинаковых усилий. Примерно одинаковых. Но здесь вы зарабатываете больше 2500, а здесь всего лишь 30 евро. И посмотрим на ваши потери при выборе того или иного пакета. Отталкиваясь, что на VIP-пакете вы получаете максимальные доходы. То есть вы не теряете ни на личном приглашении, личных продажах, ни на циклах. На пакете золота вы теряете четверть, 25% и от личных приглашений, и 25% от циклов. На серебре вы теряете 50% денег за личное приглашение и 50% от циклов VIP. И на бронзе вы теряете 88% от приглашений и 75% от циклов. Как теперь вы смотрите на вопрос, на каком пакете остановиться? Вы знаете, когда перед нами встал вопрос, на какой пакет зайти, мы, конечно же, оценивали наш бюджет. На тот момент у нас не было 2000 долларов, чтобы взять 2 золотых пакета. Но мы понимали, что это крайне необходимо, и мы заняли эти деньги. Я не толкаю вас к этому выбору, к этому решению. Вы сами решаете, исходя из собственного потенциала, уровня профессионализма и других данных, насколько вы готовы взять золотой пакет и даже занять для этого деньги. Но когда через пару недель или 3 недели я посчитал, сколько денег мы потеряли из-за того, что не взяли VIP-пакет, я понял, что нужно срочно переходить на VIP-пакет.
Потому что за 2-3 недели мы бы вернули эти деньги, заработав гораздо больше на VIP, чем на золотом пакете. Поэтому наш выбор сегодня – это VIP-пакет. Если вы можете позволить себе этот выбор, делайте именно его. Но обязательно приложите усилия, чтобы вернуть быстрее деньги. Обязательно посещайте все обучения. Используйте самые современные методы, которые предлагает вам Карат-Барс Автоматик, о которых вы можете узнать на наших тренингах, на тренингах других лидеров, и вкладывайте это в свою практику. Даже если вы новичок, вы вернете эти деньги через месяц-два. Такой ликвидности нет ни в одном бизнесе, чтобы вернуть такие деньги за месяц-два. Здесь это реально. Даже если вы на VIP-пакете пригласите всего лишь 4 человека за 2 месяца, а это более чем реально, вы просто-напросто возвращаете свои деньги. Поэтому думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Это ваш выбор. С вами был Николай Лобанов и канал на YouTube «Карат-Барс Тим с нуля», что означает «с Николаем и Ольгой Лобановыми». Если вам понравилось это видео, ставьте свои лайки, кликайте на кнопку «Нравится» и подписывайтесь на канал «Карат-Барс Тим с нуля». А также смотрите последующие видео и предыдущие. Иметь или не иметь.